Не все лебеди улетели на юг. Сегодня в Ханты-Мансийске видели красивую пару краснокнижных птиц. Встретить их можно на любых водоемах округа, но чаще всего в поймах крупных рек Оби и Иртыша. Как отмечают орнитологи, гибель этой пары не грозит. Низких температур птицы не боятся, жажда и голод тоже не помеха, даже если водоемы покрыты льдом. В Югре можно встретить три вида благородных пернатых – лебедя-кликуна, шипуна и малого тутового лебедя. Эти виды относятся к исчезающим, и охотиться на них запрещено.